Сможем ли мы сами себя обеспечивать? Иначе говоря, сможет ли Россия все импортозаместить? Все импортозаместить не сможет. И вряд ли такая задача должна ставиться на самом деле. Экономика под прессом, когда находится таких санкций, очень сильных, она, естественно, ищет, ну, как выжить на самом деле. И в данном случае ставится задача, чтобы производство работало, выпускалась продукция, люди получали зарплату. Пускай будет не такого технического уровня продукции, но чтобы она выпускалась. Яркий пример, это вот как весной, да, в отношении наших автомобилестроителей, когда, ну, какое-то время даже и принятое решение было, и выпускались модели без подушек безопасности, можно было без АБС, без систем курсовой устойчивости. Главное, чтобы все-таки продукция выпускалась. Вот как ставится задача, это естественно и это нормально, потому что действительно производство главное, чтобы работало. То есть такая экономика, она упрощается, это ее механизм защиты. Экономика решает другие задачи, она должна работать, как я уже сказал, продукция выпускаться, пускай даже упрощенная продукция, такая более простая, а люди получают зарплаты. Тут я с коллегой согласен, экономика будет где-то более примитивная. Что-то мы не сможем сделать, ну не можем, значит не можем. Это похоже на то, что было в Беларуси. Они попали под санкции еще в 90-е годы. Хотя Россия Беларусь поддерживала, и у них все это прошло относительно мягко. А если говорить о том вообще, как вот мы будем жить, это не только зарплата, ВВП. Не все измеряется деньгами. Если нам удастся создать свое информационное поле, то будет очень хорошо.